ТОСы задают вопросы. В городской администрации состоялся круглый стол по вопросам сферы транспорта и ЖКХ. По словам чиновников, открытый диалог, а также инициативность граждан и территориальных общественных объединений помогают решить много вопросов. Начали с самой волнующей темы – проекта по оптимизации транспорта. 31 марта у нас срок окончания работ по контракту. Должна быть закончена данная научно-исследовательская работа, где подрядная организация даст рекомендации для администрации города Иваново по выработке маршрутной сети. Всего проект включает в себя два этапа. Первый – это исследование, изучение пассажиропотоков и составление схемы движения транспорта. Второй этап – применение полученных данных на практике. Представители ТОСов рассказывают, жители хотят обустроенные остановки, транспорт по расписанию, а еще чтобы автобусы ходили непосредственно до кладбища в Богородском. Также просят обустроить парковку вокруг парка Харинка и соединить транспортным сообщением микрорайон ТЦ. С Кохмой. В зависимости от дорог и от пассажиропотоков это будут либо автобусы малой вместимости, либо средней, либо большой. Обязательно постараемся учесть все ваши предложения, которые к нам поступили уже. И я думаю, что еще неоднократно поступят. Также на совещании отметили, администрация будет всячески поддерживать троллейбусное сообщение. Вопросы ЖКХ тоже не ускользнули от участников круглого стола. Самая главная проблема этой сферы сейчас – это вывоз отходов. Из разряда бытовых эта услуга перешла в коммунальные. Что касается оплаты, оплата за данную услугу будет утверждаться нормативом, будет утверждаться тарифом, то есть утверждаться региональная служба по тарифу Иванской области, сейчас она называется теперь департамент энергетики, да, по-новому. Рассчитываться она будет на количество человек, которые прописаны в данном помещении. Работы будет производить региональный оператор по вывозу твердых отходов. Счета за чистоту в многоквартирных домах будет выставлять управляющая компания. Собственники частных домовладений должны будут заключить договора на вывоз мусора с регоператором. Сейчас чиновники решают вопрос с обустройством контейнерных площадок в частном секторе. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.